Так, сегодня будет какой-то праздник. Гросгерау нашел вот такое местечко в центре. Как бы, ну, церковь, видно, которой я был, евангелистская. Ох, она сегодня звонила, я пока дошел, они перестали звонить. А здесь народ готовится к грандиозной гуляночке. Будет сегодня весело. Можно будет разговора месяц по Европе. В принципе, как бы больше, чем достаточно. Там получается где-то грубо 2 цента минута. Прикольно. Короче, пошел в кафе, потом прогуляюсь, еще вернусь сюда, в центр.